Почему ходишь в подвал? Ну, там бомбы, бомбы там. Сея бомба, еще дома, ну и все. А вот они. Были слышны, у нас были слышны взрывы, но было слышно, что они не прям рядом с нами, а далеко. А потом в новостях было сообщение о ракетном ударе, о авиаударе. Это просто ужасно. Мы вот буквально за день до этих всех событий были там, были рядом в зоопарке. Это просто не верится, что это вообще все происходит. Если честно, я мало того, что как бы у нас нету средств для покупки его на данный момент, мы по линии ведут сбор в польском фонде благотворительном, но денег нет. Полечка, сейчас, минуточку, хорошо? Вот. Так, и сейчас я вообще себе представить не могу, как его можно доставить в Украину в таких обстоятельствах. We're really worried. I'm always scared I'm doing the wrong thing, either staying at home or coming here where there's a huge crowd. We just go back and forth, and I have no idea what's right.